Здорово. Смеется, да? Что она шлюха? Ой, вот это плохо. Ой, это было плохо. Друзья, всем привет. Вы на канале Nixon Sleep, и мы продолжаем играть в код. Вейн, да, и мы находимся, получается, на перекрестке вот этого всего говна, измерений. Потому что я забыл вообще сюда ходить, а вроде как надо. И вот тут что-то чуваку плохо, надо с ним поговорить. Че? Че с тобой? Там потерянные меня окружили. Мне удалось сбежать, но... Ой-о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 й-
пора ложаться. Смотри. О, потерянные. Да ладно, ты серьезно? Типа. Так даже не интересно. Ой, ну ладно, ладно. Бить вы умеете, это я знаю. Ой, 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 ой. Ой, все. Все, спать, 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 спать. Чего вы развоевывались? Вы вообще вот лохи для меня уже давным-давно. О, прыгать не надо. Все? Всех убили, да? А, сука, еще кто-то бежит. Ну, этот шаман, я его помню. Он больнее всех, кстати, бьет. Бил, да. И в предыдущей серии мы, получается, были в барханах, в пустыне, освободили Еву. И вот сейчас я решил вот сюда как раз таки прийти. И не только сюда, потому что у меня что-то карта говорит, что я еще сюда должен сходить. Да, да, да. Проверяю снаряжение. Именно так на карту вообще смотрю. Из-за меня опять проблемы. Видимо, лекарство почему-то вызывало интерес в потерянных. Оно придает бессмертным силы, но я не умею им пользоваться. Думаю, тебе оно больше пригодится. Возьми его, знак моей благодарности. А что за лекарство? Дар РВ какой-то, 117. А смотри, у меня как раз обновление ассортимента. Думаю, ты найдешь что-нибудь по душе. Да. Так, обменять ценности... Получить ценность. Если у тебя есть материал старого мира, могу менять их на ценность. Так, а сколько у меня их? У меня их 17, а мне казалось, у меня их больше. Я даже не знаю. Вообще, он мне должен давать, по-моему, он должен давать мне карту, которая мне даст проход в глубины. Но что-то я у него этой херни не вижу. У него только вот подарочки, всякая вот эта дребедень, но могу... Тебя купить, допустим, 5 штук, чё бы и нет. Батушку с пленкой. Продать ценности, но... Мне нечего тебе продать. Я не хочу тебе ничего продавать. Тем более за... Столько дымки ты вообще охренел. Мне вот 111 косарей, 200. Вообще фартово. Касаясь материалов старого мира, я чувствую силу ушедших цивилизаций. Великое крушение изменило ход истории, но дух старого мира все еще силен в душе каждого из нас. Однажды мы вернем себе этот мир, я в это верю. Чувак, а мне нужна карта глубин? Или все-таки это не у тебя надо, я чуть не помню. Походу все-таки не у него, я чуть не вижу. Не знаю. Что-то не знаю, я, видимо, что-то не так сделал, и карта находится совсем у другого челика. Но можно вот сейчас вот туда сходить. Да, что-то пропустили? Да, чуваку там плохо или что ему там, я не знаю. Привет, ты что, просто выскакиваешь там, где тебе хочется? Не подумай, я дорогу-то знаю, просто эти ребята за углом вызывают у меня некоторые беспокойства. Мне казалось, это идеальное место, но потом беда опять явилась ко мне на порог. Я не могу вернуться к моим братьям, пока не решу эту проблему. Боже. О, а вот, вот тут бобенцы, кстати, да, вот, вот это нормально. Это уже мой уровень. Более-менее. А, сука, промазал, ну ладно. Мы ее все равно работаем. О, успокойся. Все. Огромное спасибо, ты меня просто жизнь спас.
Да, похоже, неплохо. Еда тут хватит для всех моих младших братьев. Прекрасно, я пока останусь здесь и немного подумаю за этим местом. Мне надо убиться, что не только нормально здесь жить, а у большого брата здесь столько хлопот. Фрагмент памяти. Ну, сука, они мне не то дают, что мне надо. Кристаллики, блин. 11 тысяч, уже 114 тысяч. Блин, походу... Походу я в дураках останусь. У меня не будет... У меня не будет глубин. Карты глубин. Может, как-то их по-другому достать можно. Типа, я не знаю. Вообще, можно на базу сейчас сходить. Сходить на базу, посмотреть, что почем, кого чего. Да-да-да, мы на базе. На базе. Здорово. Честно говоря, хочется влезть в самую гущу событий, но... Доступные маршруты. Сука. А взаимообмен, может... Взаимообмен? Нет. Подарить. Тебя только вот это нахрен мне-то надо. А позволять свободно управлять своей кровью, соблюдать жажде, тем самым повышая эффективность здоров. Блин. Я знаю, что у тебя должно быть больше глубин. Что за херня? Я их исследовал. И все на 100%. Позаботься, конечно. Наверное, посмотрю, ты намеряешь мои способности. Да, я хочу оплатить добром за добро. Не стесняйся, бери мой код крови. Код крови, блять? Твой? А ты разве мне его не давала? Че за пиздец? Гефест? Помогать применять оружие, требующее ловкости, обладает изощренными дарами. Боже. Боже. Че так много? Модифицировать кровавую вуаль, оружие. А че по оружию. Я могу типа что-нибудь такое, но... Что-то не очень тут. Модификации. Они просто гасят мой урон. Это бесполезная помойка. Может, а кровавую вуаль? Кровавую вуаль, я не знаю. Можно и кровавую. Чё-нибудь, но только какую, допустим, зимняя мантия и... Не-не-не-не. А тебя, если? Блокировка? Не знаю, мне кажется, вот эти вот всякие снежинки, молнии там, это бесполезно. Можно и без этого ходить. Абсолютно. Это так, чтобы тебя типа, во, бля, качаем, все качаем, у нас тут много есть, что качать, а ты качай. Да, я паралич улучшил, вот, круто. Так, можно Вальку. Да, да, апгрейд. Вальку можно? Допустим. И все титан, сука. Что-то жирновато. Так, королевская сталь. Ну, вот тут сталь, она на пятерочке только. Да, вот это хорошо. И какой еще кандидат? Ну, плюс 7 уже тут есть. Тут серебряный плащ, кстати. Тоже вроде ничего такой. На что еще хочешь? Я не знаю. У тебя только плюс 3. Что за херня? Почему так мало? Или у меня она повторяется? Что-то я не понял. Королевская сталь. У меня просто она кончалась, все понял. Так, ну давай тогда серебряный плащ. Чё бы и нет. И... Да, и теперь... Допустим, серебряный плащ. Ну, он будет послабее, конечно, да. Но у него зато другие статы повыше будут. Чисто ради эксперимента попробовать походить. Может, полезно будет? Нам нельзя терять ни минуты. Взаимообмен, подарить. Тебе пленки нравятся, по-моему, да? Я не помню, что тебе точно нравится. Ну-ка, 25 сейчас. Так, а теперь 27. Ну, блин, слабовато. А безупречный инструмент? О, ты точно не против расстаться этой вещи? Спасибо, на надежных руках, да. 30, хорошо. Настольная игра. Так, 30, 32. Блин, на банка варенья. Да, ебать, банку варенья. Ну-ка, пленку. Нет, пленку он не любит, сука. Пленку ты не любишь. А может, у тебя карта глубин? Что-то... Давай. Нет, не хочет. Сука. Да. Вот именно. Почему-то ты забаговалась у меня. У тебя... Ну, я бы на самом деле у тебя бы купил. И хор. Много ихор. А я хоть покупаю? Да, я покупаю. Так, купил бы регенерацию.
Тоже. Че бы я еще у тебя взял? Бы ножички, ну, кинжальчики, да, ножики, кинжальчики, допустим, штук. Так, 20. Они мне помогали в прошлой серии. Вроде так неплохо. И можно взять что-нибудь вот. Вот такое. Тебя 5. Допустим. Тебя. Да. Уже не хватает места. Короче, вот этого пока хватит. А взаимообмен. Подарить. Ну-ка, ты любишь? Буду рада принять. Не беспокойся, продаж не попадет, а. Она помойку дает. Она дает помойку, блин. Хром, меркурий, минералы из особой руды, придите ему росам и преобразовать его помощью оружия или кровавого. Блин. Мне кажется, это помойка, ну. Типа, смысл. Я, конечно, одну возьму. Хрен бы с ним. Может, я ошибаюсь, может, мне это реально поможет. Да. Все, пока. И у нас тут теперь Джек сидит. Джек прям в убежище такой, блядь, теперь мы с тобой, бля. Кенты. Еще раз спасибо за помощь, Эви. Взаимообмен, серьезно? Серьезно? Не думал, что еще это увижу. Большое спасибо. А что ты даешь? Хром хемдаля. Минерал своей руды. Ну, не знаю. Палач. Ну, палач, кстати, вот. Палач — это хорошо. Только дарить тебе уже нечего. Ситуация постепенно меняется. Нужно спешить. Я думал, что уже никогда не увижу Джека. Спасибо. Я Евару, хранитель СНГ, да. Я пока буду здесь, так что дай знать, если понадобится помощь в исследованиях. А что у тебя есть? Так, получить. Освободитель, штык Евы. Ну, блин, штык, не знаю, нафиг он мне нужен. Кстати, можно ее сменить, серьезно. Okay. Ну что, приступим? Давай приступим. Так, башня склепа, да, я это знаю. Остановить мида. Но я думал все-таки сейчас преобразоваться. Вдруг это в последний раз. А может и нет. Я же тут менял образы. Так, сохранить, удалить, сохранить вид. Загрузить изменения. Не. Подожди. Сохранить, удалить настройки, сохранить. Ну. Вот. А можно поменять? Типа сохранить. Загрузить изменения. Чё-то я не понял. А почему я не могу свою предыдущую загрузить? Типа, я так загружу же, надеюсь, да? Все верно? Нет, не перезаписать. Я хочу загрузить. Вот, можно тебе, да? Сука, что за херня? Я хочу вот... Я хочу взять вот, допустим, тебя и немножко подредактировать. Почему я только это сделать не могу? Что за дичь? Они мне не дают, короче, это взять вид. Я пытаюсь его взять, загрузить изменения не канает. Типа загрузить ранее сохраненные изменения во внешности персонажа, не сохранения будут потеряны. Что загрузить, блядь? Чего загрузить? Тут ничего нет. Че за пиздец? Вот такое вот у меня сейчас лицо. Где? Почему я не могу загрузить понравившиеся, а только могу их? Вот так вот, блядь. Короче, тогда вот я вроде бы немножечко что-то изменил, но я уже, честно признаюсь, заебался. Это уже какой-то, наверное, четвертый или третий раз. По-моему, четвертый раз был, когда я вот занимался этим редактированием, и еще один час тратить на это как-то особо не было желания, и поэтому... Он что-то накидал по-быстрому, ну, то и накидал. Я думаю, тут все равно осталось бегать в этой игре совсем немножко. Мне надо считать, что с реликвиями можно играть в свое удовольствие. Да, чтобы не замышлял, ничем хорошим не кончится. Да. Нам осталось тут совсем немного, и поэтому, я думаю, ну, не имеет, наверное, смысла тут уже как-то запариваться особо. И я не знаю, имеет ли смысла в какие-нибудь другие локации телепортироваться, смотреть. Сука, у меня вылетела игра.
Повезло, что игра все-таки сохранила настройки моего персонажа. Я уже думал, все, пиздец. ГГ. Да, я хотел тут это... телепортироваться на перекресток, посмотреть, нет ли там больше ничего нового. Что-то опять у тебя, да? Как раз у меня как раз обновление ассортимента. Думаю, ты найдешь что-нибудь по душе. Ведь весь материал старым я могу менять. Нет, это все не то, что мне надо. Это все, сука, не то, ну блин. Но информация о глубинах. Может быть, нам удастся найти материалы, которые мне не попадались все эти годы. Я думал, ты справишься с таким заданием, согласишься попробовать? Да, блядь. Карта «Бурный поток», вот. Вот про это я и говорил. Приветствую сегодня, да. Не против прогуляться в глубины? Нужный мне материал где-то у меня на карте. Да, ну нахуй. Ты все-таки согласился. Где, что на последней карте? Нужно материал, мне отмечен на последней карте? В смысле на последней карте? А, это, наверное, сначала эти надо выполнить. Я так понимаю, да? Походу, да, наверное, сначала вот эти глубины я все-таки выполню. Офигенно. Я уж думал, я в глубины не попаду. Это, видимо, что-то просто этот чувачело забаговался. А сейчас я его разбаговал. Да, мы снова на базе, сука. Подожди-ка. Сейчас я сначала к Иошке. Сейчас скажу, зачем. Что такое? Да, вот именно вот такое. Мне надо осколки Гермеса, часть ВГ. Осколки Артемиды часть В найти. Элса у нас в 2 и 3 есть. Потом какой-то выживший тут. Выживший 2. Гефеста. Ну да, вот короче, вот такая херня. Не знаю, вот можно сейчас по-быстрому посмотреть вот эти два воспоминания. А потом отправиться в глубины. И там уже это, да, узнать, что от меня хотят. Ты все это время стоишь, защищаешь меня. Это совсем не обязательно. Ты хочешь сказать, что я тебе не нужна, хранитель? Келена? Я совсем не об этом. Просто не хочу, чтобы ты потратила на меня всю жизнь. Ага, про Николь и его хранительницу. Со мной все будет хорошо, а ты должна жить для себя. Жить для себя? Что это такое, да? Как это жить для себя? Я не понимаю, о чем ты мне говоришь. Тут-ту-ту. Мой хранитель сказал, что я должна жить для себя, перестать смотреть за реликвиями. Что это за жизнь? Мой долг, весь смысл моего существования сопровождать хранителя. Если я перестану выполнять свой долг, моя жизнь лишится смысла. Блин, я на самом деле бы у нее был вот сзади вот этот хвостик, я бы убрал. Он меня немножко напрягает. Мне кажется, он немножко лишний. А, хранитель, прости. Ты мое все. Больше у меня ничего нет. Я твоя смотрительница, я должна тебя защищать. Для этого меня создали. Поэтому пока ты здесь, я никуда не уйду. И мне нравится наша Вальда. До самого дня твоего избавления. Самого избавления. У него хорошая вот белая вуаль. Вот эта вот прям. Прям красивенькая. Сейчас мне надо будет просто взять вот и убрать вот этот вот хвостик. Это что-то он такой не сочетается. Смотрительницы существуют лишь для того, чтобы выполнять свои обязанности. Иной жизни у них нет и быть не может. Какая странная и печальная участь. Если бы я не встретила тебя, то сейчас, наверное, тоже. Может быть. И дай мне убрать мой хвостик, пожалуйста, Иоша. Я это вообще быстро, ты даже не заметишь.
Ну вот я же сказал, не заметишь. Я вот тут, правда, немножечко изменил все-таки ее. Понацеплял парочку аксессуаров. А то, думаю, как-то она очень бедновато выглядела. А теперь, ну, все вроде более-менее. И у нас сюда вот последний осколочек. Хотя еще осколок выжившего. Б. В. Боже, сколько тут всего. Так, что? Рассказывайте. Позволь мне отвезти тебя к хранителю. Феба. С этими словами меня отвели к зданию, где на кровати лежали другие смотрительницы, подключенные к аппаратам. Феба. Это место похоже на лабораторию. Я обыскала все, а своего хранителя так до сих пор и не нашла. Печально. Я чувствую себя, что мой хранитель очень-очень близко. Это вообще типа какая-то левая. Это не хранитель Николи. У Николи было там Корнила или как ее там звали. Человек по имени Мида ставил эксперименты на других смотрительницах и обращал их в прах. Вот засранец. Я все еще чувствую присутствие своего хранителя. Надо искать дальше. Ой, бля, сколько кровяки. Не, ну, трудно двигаться, но я должна. Я обязана облегчить муки своего хранителя. Я должна исполнить свой долг. О, все, концовочка. Так, получается, тогда еще есть, походу, осколок у нас. Сейчас будет. Только что за хранителя она искала? И не было дела ни до себя, ни до других. Она бродила беспомощная и растерянная. Я заботила только, жив ли хранитель. Со мной было так же. Однажды на меня напала почти обезумевшая смотрительница, но даже тогда я не смогла отвлечься от поисков. Скажи, разве так должно быть? Да нет. Только может ты чуть побыстрее говорить. Вот в Red Dead Redemption там вот просто, я не знаю, прям зачитывают рэп по скорости, как Eminem. А здесь как-то, ну, медленно, ну, как бы это, с одной стороны, хорошо, но чуть-чуть побыстрее. Вот капельку, да. Выживший, вот, наверное, я могу прочитать, вот, сейчас сначала это, а потом то. Так, что это за хата? Wow, да, Кармила, давненько мы не виделись. Я было решил, что ты сорвалась и перешла в стан потерянных. Како? Я думала о тебе то же самое, но мы видно... Чё? Ты что, нашла себе ухажёра или кого еще выглядишь живее обычного? Не имей чепуху, я просто на время подалась в няньки. Ну поболтали, хватит, давай сюда покупки. Ладно, ладно, позволь, тут все, никаких возвратов, понятно? Сюда? А, ну ладно. Ковры. Это Коко. Так вот, ты про какие невозвраты она говорила? Она дала мне куда больше, чем я купила. Похоже, начинает терять хватку. Спасибо. Ты мне спасибо сказал? И у вас тут прям короткое воспоминание. Кармила, остра была на язычок, но глубоко внутри оказалась милым человеком. С тех самых пор я ее не видела. Надеюсь, она все еще там и останется все той же старой и упрямой. Что ж, похоже, что другие обрывки моих воспоминаний тут не витают. Ты ищешь что-нибудь конкретное? У меня был сын. Ого, я надеялась, что ты отыщешь связанные с ним воспоминания. Все это было довольно давно, да, и сама история не очень-то интересная. Но если ты что-нибудь найдешь, пожалуйста, дай мне знать. У тебя был сын? А было бы забавно, если бы Николя вместе с Мия были бы ее детьми. А помнит она только Николю. Это было бы рафли, она, да, что такое? Что такое? А, все. Все. Больше не... Хотя осколок выжившей части... А, у меня есть? А, Артемиды надо. Артемиды я не нашел, жадно.
чтобы вторую получить Артемиду, мне надо часть вы найти. Но я потом посмотрю, может, найду. Так, а, да, да, уйти. О, ебать, что ты стоишь. Немного поздно подставляться, но меня зовут Джек Резерфорд. Ну да, давайте познакомимся, теперь будем сражаться вместе. Эге. Можешь пользоваться силой других, принимай их код крови. В будущих сражениях тебе понадобится сила, я дам тебе свою. Держи. А, окей, все-таки он дал нам код крови, блять, свой. Я вот так и знал, я прям чувствовал. Хеймдаль. Приспособлен для агрессивного ближнего боя, носит уменьшает допустимый вес. Да. Да. Честно говоря, хочется влезть в самую глубину кучи событий, но... Скажи только, куда нужно. Да, у нас тут глубины. Бурный поток. А давай. Слишком далеко не уходи, если почуешь опасность сразу. Да, 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 да. Так. Глубина, бурный поток. Может, тут что-нибудь интересное будет? Так, что? А, мелочь. Смотрим карту. Ну, вроде бы, ну как, ну средненькая карта, не скажу, что большая. Вроде как средненькая, и у нас тут должен быть замок. Погоди, поблизости потерянная. Ха! Так, just watch. Лохи. Смотри, какие лохи. Мы их тупо шотаем, а я боялся. Ой, чувак. Самурай. Не, был самурай, нет самурая. Уникальный материал, кинжал. Так, а фрагменты памяти? Так. Вот враг внизу. Давай, ко мне, дорогой. Стой, у меня огонь, у тебя вода. Я сильнее. Ой. Достал пуляц какой-то хренью непонятной. Так, куда ты убежал? Взял, да съебался от меня. Так, ща. Лох. Отвечаю, лох. Так, отголосок потери. У меня их, кстати, много, надо будет их потом активировать. Так, дар, РВ тоже. Тоже вот это я не активирую. Ну, наверное, что-то прикольное. Дай посмотрю хоть. Дар РВ. Независимо откуда крови бойца. Дает кинжал бессмертного. А что за кинжал? Ну-ка. А я попаду этим кинжалом-то? Сначала надо бросить обычный кинжал, чтобы удостовериться. Да. Обычно не долетает, значит не буду это тратить. Надо как-то поближе к нему. Ой, я мило вижу. Я, похоже, вижу мило, да. Сейчас, дай-ка, дай, этот. Выпучить предмет, кинжал письмо. А в чем прикол этого предмета, я чуть не понял. Ну, получил я этот предмет. Кинжал письмо. Чё-то я рофла не понял. Какой предмет? Какой кинжал бессмертного? Зачем он нужен? Активатор. Боже. Так, я запутался, откуда я шел? По-моему, да, вот отсюда я пришел. Хорошо. Так, а вон там мобы. И там была мела. Сейчас мы к Амеле пойдем. Все заберем. Ой, ну. Нельзя перебивать, когда старшие разговаривают, сука. Да, и сушение, кстати. И сушение в тему сейчас было. А, кстати, а что у нас с тобой за... Этот. Самый этот общий дар сейчас. Общий дар силы улучшает действенность и сушение даров, повышая расход их ура. Так, подожди. Можно что-нибудь... другое, вот, к примеру, да, вот это вот. Допустим, четверочку. Это же четверочка. Ага, круто. Круто зажигательно. Стоп. Так. Сейчас. Давай троечку. Поможем.
Так, отголоски, химический светильник. Оу. Да, можешь мне дать поработать? Ну работай, работай. Хотя тут твоя помощь, да, я пускай не нужна. Они вообще с полтычки ложатся. Так даже не интересно. Я планировал в глубины, но они, сука, да. Я опять, видимо, перекачался. А эти глубины, они не думали, что я пойду так поздно сюда. И поэтому получилась такая херня. Что это такое? Это амела. Вот что это такое. И тут покои боссов, да? Окей. Это у вас типа такие боссы, да, нынче пошли? Какие-то странные боссы, если честно. Ага, сейчас. Сейчас шотнем. Ох, заебись. Крупно потерянный рассеян. Ключ от бурного потока. Так, это один только ключ. У нас их должно быть, наверное, два либо три. В зависимости от развилок. И вообще, есть еще такая вероятность, что вот где-нибудь в глубинах этих подземелий, вот по которым я сейчас хожу, есть осколок. Потому что, по-моему, я находил осколок вроде бы Гермеса в каком-то из какой-то глубин, но это давно было. Ну, вроде было, да. И надо не пропустить. Так. Это мы вот так пошли. А, у нас, значит, все-таки будут две развилки. Ну, карта маленькая. Минут 10 где-то. Это в самом лучшем случае ее обходить тут можно. Ну, вообще прям... Пока что изичная. За тобой глаз да глаз. Ну, босс будет, наверное, посложнее. Финально. Здешний, да. А, даже и сушение не смог сделать. Сука. Королевское железо. Да. Сейчас заберем. Надеюсь, найдем. Да, королевская сталь, железо. Все подряд. Только осколок бы лучше дали. Осколки полезнее. Ой, блин, все-таки попал. Не хватило дэмэджа. Сука. Ну-ка. Хрен тебе, да. Не пробил. Так, ага, осколок. Осколок. Осколок, сука. Че за осколок? Удиви меня. А, Гермес, все, окей. Вот так редкость. Гермес, это хорошо. Так, это получается, Гермеса мы нашли, нам бы только еще Артемиду бы найти. Было бы очень хорошо. Так, и сейчас, видимо, будет уже покой босса. Длинный коридор. Это прям намек, что, бля... Сейчас будет что-то страшное. Так, вот тебя бы от иссушения. Ой. Тебя, говорю, иссушение, сука. Не убегай от меня, сука. Иссушение хотел сделать. Ну ладно, я вусик справится. Так, тут ничего. Ты вообще спать? Ага. Са-си. Что-то оставил? Да. Так, это у нас... Активатор, я вообще ими ни разу не пользовался или ими не надо пользоваться? Просто не падают без конца. Фрагмент дымки у меня тут дофига уже фрагментов. Да, активаторы, походу, ну, это для этих, для осколков, вроде бы. Просто их так много падает, как будто, я не знаю, я их не использую толком-то. Так, ты это видишь? Да? Засада, сука. Я так и знал. Прокалыватель огонь, да. Ча. Так, вот эти, наверное, будут сильные, да? Или они такие же, лохи? Ой. Лохи меня прокинули. Так, стоп. Вот тут троечку лучше. Ну, чтоб наверняка. Вообще хорошо было. Вот это было прям хорошо. Картридж плазмы. Ага. Лох! А, ладно. Ладно, не лох. Попал. Не с первого взмаха, но попал. Так, вот это вот, подожди. Не мешай тут аригатоши работать. Огонь рассеять хмуй на вашем пути. Так, вот это вот. Ух ты, тоже уходи. Так, стой. Картридж, хорошо. Картриджи я люблю все.
Все. Хватит. Че у вас так много? Это последний, да? Оу. Да ладно, блядь. Я еще чуть не сдох. Вот это был бы фейл, конечно. Сдохнуть на таких лошариках. И он меня прям ваншотнул. Заебись, как он мне такой ваншот. Я знаю, что закончится хорошо. Да не совсем, не совсем. Могло бы и лучше. Могло бы куда лучше. Как королевская сталь. Блин, титан. Мне нужен титан. Какая сталь? Это амела, да? Да, это амела. Ну все, осколок бы. Наверное, больше тут осколков не будет. Хорошо это или плохо, не знаю. Но лучше было бы, чтобы они были бы. Так бы я точно знал, что я ничего не упустил. Сука. Так, первый есть. Первый есть. Сосулька вообще много тебя сносит. Лохи. Лохи. Вот и все. Королевская сталь. Тут ничего, тут загорожено. Быстрое такое получилось в итоге подземелье. Минут 10, я думаю, уже прошло. И сейчас еще будет босс. Может быть, какой-нибудь палач. Предыдущий босс была бабочка. Да, все, соточка. Предыдущий босс была бабочка. Сейчас может быть там какой-нибудь палач. Либо, я не знаю, кого мы убивали, уже забыл. Ну, Ева рановато. Ева, наверное, дальше будет. После палача уже даже забыл, кто был. Сука. Я теперь задача. Заинтригован. Давайте уже показывайте мне вашу дверь. А, она вот здесь будет. Сейчас зайдем. Давай. Быстрей. Можно, кстати, наверное, общий дар еще активировать. Ой, нет. Никто не нажимаешь. Там может быть что-нибудь, да. Можно, получается, восьмеру. Это восьмеру, да, у меня? Кто-то. Ну-ка, удиви. Удиви. А это та шлюха. Смеется, да? Что она шлюха? Так. Ох. Ох. Ох, иди ко мне, мразь. Ой. 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 Я помню твои атаки чуть-чуть, правда? Ну, помню. Ага, так сейчас ты будешь вертеться на шесту. Это я помню. Ща. Стоп. Вот так. Вот она огонь, по-моему, не любит у нас. А, так, тут надо отойти. Желательно подальше. Потому что сейчас будет бомба. Да. Ой, попала, сука, попала. Попала. Так, вот это было, кстати, больно. Это было вдвойне больно. Что-то оно какую-то дичь исполняет. Я ничего не могу сделать. Пиздец. Сейчас еще на ней садимся. Да? Охеренно. Я не могу ничего сделать. Я не подготовился. Сука. Как всегда, ну почему? Она же изичная. Но. И чё? Я не понимаю, почему это не получилось сделать с первого раза. Но это типа я, да. Я умею накосячить там, где я не должен, по сути, косячить. Вот так вот, да. Как-то так это сработало. Ух, ну что ж, мы тогда исследовали эти сраные глубины. Больше у нас, скорее всего, нам не дадут. Карту, да? Вообще, есть вариант опять, сука, телепортироваться вот на перекресток. Вдруг он передумает и даст нам еще карту какую-нибудь. Ну, что ты там передумал, не? Приветствую, да. Удалось принести материалы, посмотрим, что у нас тут. Неудобно это говорить, но это не то, что нужно. Наверное, это была не та область глубины. Из-за меня тебе пришлось рисковать зря. Охуенно, да. Можно я перепроверю сведения и снова тебя задачу с просьбой? Но сначала хочу поблагодарить тебя за то, что тебе удалось принести. Это хорошие штуки, найду им применение. Ну, еще бы ты не нашел применение.
Так, я с ним сейчас не могу говорить. Это, видимо, надо опять телепортироваться по новой сюда, чтобы я что-то мог активировать. Сука. Думаешь, найдешь что-нибудь по душе? Касаясь материала старого мира, я чувствую силу ушедших цивилизаций. Великое крушение изменило ход истории. Бля, походу у него нету. Сука, у него походу нету. И сейчас, да, я вот хочу вот, вот это вот все безобразие активировать. Да, вот именно вот так нажимать постоянно и 26 раз подряд. Короче, да, мы на базе, я эту всю хрень активировал, я заебался, у меня чуть палец не сломался, и у меня сейчас должно открыться последнее воспоминание для этого вот, как его там, Дэвис или, да, типа того, или оно не открылось, ага, еще часть Г надо, офигенно, а где я часть Г достану, не подскажете, а, сука, блин. Чувак, у тебя больше нет глубин, да? Ну-ка еще раз. Да. Вот это получается на соточку прошли. Ну, сука. Сука. Этот... Сейчас мне придется опять идти на перекресток, потому что этот идиот, он может просто быть опять забаговался, и надо к нему перезайти именно в локацию. Но перед этим я хочу что-нибудь здесь прокачать. Так. Можно. Хорошо. А, увеличит количество дымки, получает при победе над врагами. Бля, боже, нахера столько всего? Просто нахера? Я не понимаю. 6 из 10, боже, недостаточно. Это надо эти открывать. Тоже недостаточно. Позволяет носить больше тяжелой кровавой вали и оружия. О, я уже даже тупо, можно сказать, некоторые из них, ну, не читаю. Ну тут слишком всего. Когда я должен это все использовать? Типа, серьезно, во время игры увеличивают максимальные запасы и хора? Все эти комбинации? Ну, блин, мне кажется, тут одного прохождения мало. Чтобы это все использовать. Я вон даже всю дымку потратил. Весело. Ураганные клинки создают из песка лезвия, которые собираются вокруг вас, врага взрывается. Нифига, создает лезвие из прессованного песка, который сбрасывает врагов. Ну это прикольно, кстати. Я признаю, но... Бля, сколько же тут всего, сука, я уже запутался. Давай, короче, у гармонии лучше. У гармонии вот это вот, да. Прикольно, да, но... Но, блядь. Да, надо опять к этому херу идти, сука. Да. Приветствую, да. Теперь я знаю, где найти нужные мне материалы. Вот раз информация верна, то, что я ищу, находится в этой области глубин. Но я не могу отправиться сюда, да. Разбушевались, не хочу подвергать себя опасности, но с твоими способностями ты обязательно справишься. Умоляю тебя о помощи, дай глубинных материалов, принеси их мне. Белое безмолвие. Так, а... Не брось погулять в глубин, нужны мне материалы где-то уместные, что это... Бля... Сука, каждый... Он хочет, чтобы я ему каждый раз приходил, отдавал, уходил, потом он забагуется, мне опять уходить и снова к нему приходить. Да. В глубины, в безмолвие. Слишком, да, я понял. И, короче, тогда можно будет попробовать другие коды крови в глубинах. Глубины-то, типа... Они сейчас послабее. Но хотя вот эти глубины, вот лед, это, по-моему, был позапрошлый выпуск. И я не думаю, что я настолько прям вперед ушел. В плане прокачки, что мобы тут будут прям ватные. Хотя кто знает.
Так, а глубина белое безмолвие. Thanks for the help today. Чё? Давай, блядь. Гефест. Просто Гефест. I'll keep an eye on our surroundings. Ваши жизни не соответствуют требованиям. Ага. Но это не проблема. Сейчас я тут по шаманю. А, вот это вот шняга, я понял. Когда, получается, я эти активировал, мне вот такие бонусные фичи дали. Ну теперь понятно, но только теперь бы разобраться, что бы мне одеть, что использовать. Короче, не знаю, что-то понастраивал, что-то понажимал, и вроде бы получилось. Сейчас посмотрю, как это будет, конечно, играться. Я не уверен еще. Новые скиллы, новое все. Надо испробовать хотя бы разок-то. Так, развилка. Так, а что это у нас? Это, да? Enemy. Враги спят. А мне насрать, ну-ка. Ну, шарик хорошо сносит, значит. Значит, все-таки это, да, действует. Действует, сука. Действует. Ой, бля, вот это имба, кстати. Новый скилл с вихрем, он вообще имбовый. Прям вообще жесткий какой-то. Да. Нифига себе. Тут разбросали. Хорошая вещь. Хорошая, не говори. Можно все забрать. Концентраты хора. Так, а че? Видишь, вон там. Да, вижу. А, осколок? Лол. Разведчицы? Часть, а? Боже, вы мне... Ну, какая разведчица? Я хочу уже этот. Что там? Да там пиздец, там босс. Уже босс. Уже, сука, босс. Сейчас мы его будем бить. А, их там трое, окей. Так, надо, короче, я не знаю... А это днёрки, вот... Толк есть вообще какой-то? Она, типа, временно повышает скорость дров у вас и вашего союзника. Типа, это, ну, как пассивка, наверное. Смысла от нее особого нету. А больше тут скиллов путевых я вроде, ну, пока что не вижу. Так, ладно, так. Ага. Давай. Ой, это, наверное, больно бьешь, да? Очень больно, да? Или не больно, или ты лох. Так, кстати, мне надо вот что-то вот с этим, да. Что-то вот с этим решить сейчас. Ага, стоп. Ой, какие пацаны-то. Я хотел его добить. Сука. Ключ из белого безмолвия. Блять, хотел-то я добить, а добила она. Ой, мразота. Ева. Так, мы тут, по-моему, еще не все обходили. И у нас в предыдущих глубинах был только один осколок. По-моему. И здесь, наверное, тоже будет только один, и я его уже нашел. Это хорошо. Так. А это что у вас? Вот это забрать. Дар Эрви тоже. Да. Так, он взрывается, я знаю. Я это знаю. Но я ему взорваться не дам. А мачете, паралич? Что внутри? Ну, бесполезная херня, наверное, какая-то очередная. Так, а слушай, я ж правильно иду, верно? Теперь мне надо вот сюда. Или это уже в покое босс? А, нет, все нормально. Все нормально, да. Так, один. Ой, не долетел? Как это не долетел? Так, туда нельзя. Так, вот это хотел иссушение сделать, сука. О, все, заебись, уже сдох. Сейчас и ты сдохнешь. Локи. Они вообще слабые. Они даже тебе урону не могут нанести. Надеюсь, да, что-нибудь полезное. Но если ты, конечно, будешь стоять на месте, тогда да, тогда пиздец будет. Так, в принципе, терпимо.
Так, а тут что? Тут ничего. Тут ничего, дальше идем. ХП юзаем. Я бы однерку еще нажал. Но не. Хотя, наверное, блин, я не знаю, у меня, в принципе, и хора много. Че бы и нет. Сейчас только вот это. Да, 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 сука. Сейчас у вас там босс будет, давайте показывать его. Вот это ломаем. Собачки тут, да, спрятались. Холодно. А, нет, ветер, он прячется, чтобы это не замерз. Так, и, блин, в этих стекляшках даже ничего полезного нет. Зачем я их ломал? Какие-то бесполезные стекляшки у вас тут вообще. В предыдущих локациях там хотя бы что-то прятали. Да, да, проверим, проверим, да, да, да. Проверили. Так, а вот тут можно, ну, двойку сразу. Ух, блядь. Двойку хотел активировать. Сука. Ну, не получилось, не фартануло, да. Сейчас. С ним надо аккуратно. Вот я его помню. Он такой этот. Четкий пацан был. Вообще четкий, 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 четкий. Давай. Сейчас, сейчас атакует. Сейчас атакует определенно. Ой. Ух ты ж, бля. Ага. Пизда Еве. Пизда Еве. И мне чувствую тоже. Ага. Да. Чутье оно такое. Не подводит. А, сука. Сейчас. Да. Да, 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 да. Да. Ай, 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 ай. Сейчас, вот это... Огонь, 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 огонь. Да я хоть что-нибудь сделаю, дурак. Ага, сейчас. Ага. Офигенно. Офигенно. Вовремя, вовремя, вовремя. Сука. Вот так вот. Ибо нехер спину подставлять на открытой, все. 1-1. Ну, он дикий. Он дикий, он как-то... Да. Он как-то атакует прям. Быстро, быстро, живо, живо, ты ничего не успеваешь сделать. Даже убежать не можешь. И у нас еще осталась одна разъемка. Я тут, конечно, загрел, ну, этих, вот этих кандидатов, да. Ну, мы их бить не будем. Ну, я точно не буду. Ева пусть бьет. И мы их уже убивали, так что пусть отдыхают. Этот вообще... А, нет, этот не взрывается. Они меня даже не видят, все. Ну, теперь увидели, конечно. Ой, ой, попал. Ну, ладно, 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 молодец. Стрелять умеешь, не разучился. Все? Все, а нет, бежит, бежит. Прикинь, бежит. Надоедливая скотина. Да, все. Добегался. А, у нас тут даже 4 развилки, окей. Значит, есть шанс, что тут 2 осколка все-таки. Рядом враг, да. Был враг и нет врага. Ой-ой-ой, давай. Вот так. А что еще? Все? Тут лестница. Так, вот. Тут лучше вот это на всякий случай. Если это дикий. Не, вот это не дикий. Этот еще более-менее дикий, они побольше будут ростом. Этот просто, ну, так чуть махает. От него можно увернуться. Он не такой уж и сложный. Так, вот тут надо вот эту собачку побыстрее. Сука. Все. Усё. И уже босс, кстати. Что-то какая-то короткая развилка. А? Здорово. Еще раз. Давно не виделись. А, 6, может быть. Я не знаю. Хотя я... Ух. А, вас тут двое. Сука, вас тут двое, значит. Вас тут двое, пидорасов-то, а? Вы меня хотите вообще, да? Доконать. Вот это плохо, вот это уже плохо. Сейчас, ой. Да. Весело.
Стоп, 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 стоп. С одной, с одним. Ой-о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 й. Так, отходим, отходим. Один на один. Один на один батл. Стоп, вот этот бросается сосульками. Я вижу. Я вижу. Че, какого хрена вы двое на одного нападаете, сука? Угу. Найс. Найс, тупо найс. Ну тут бить надо как-то, пытаться бить. Иначе он просто не даст это сделать. Пиздец. Блять. Ну уйди ты, ну уйди. Ну. Весело. Херен, на один есть. Все. Так, хилки есть. Живем. Ой, главное не в меня. Так, сейчас. Ага, промазал. Лох. Лох, блядь. Не я, а ты лох, да, сука. Заебешь. Так, какая же это читерская способность, что тебя лекают? Че бы я без нее? Уёбки. Если честно, вот эти вот два акробата были, которые сейчас такую хрень исполняли, бля. Я просто в ахуе был с них. Но я еле как это сделал. Боже. Так, надо вернуть свою гармонию, с которой я бегаю изначально. Я тут немножко пошаманил, потому что, блядь, я... Как всегда, у меня есть такой девиз, что если я что-то не прохожу с первого раза, это может затянуться, ну, на попыток так, может быть, 3, а может быть, 33. Я не буду говорить, сколько я сейчас попыток потратил, потому что это был пиздец. Это был пиздец. Так, предусмотрительно, ну да. Вообще предусмотрительно. И у нас тут будет босс Николя, я это помню. А вот с Николи драться, ну... Такое себе счастье, если честно. Я не хочу с Николи драться. А почему... вон, все понял. Там развилка должна быть. Да, с Николи, я чувствую, тоже будет битва у нас с ним жаркая. Я пройду явно не с первой попытки. И вообще, мне бы надо было бы всю дымку, которую я тогда нафармил... 200 кассиков надо было потратить на уровень. Думаю, толку было бы больше. Да, сейчас он взорвется. Его вообще можно и не бить. А не, вообще мелочь. Тут только вот доставляет... Да, трудность только те. А вот теперь и эти. Тут все... Тут теперь все, сука. Да, вообще все. Вся братва пришла. Я догадываюсь, кто будет последний. Последний будут именно те, которые вот... Как долбоёбы себя ведут вообще. Звери. Во-во-во. Так. Давайте. Ой. Стоп. За! Ау. Готов. Так, следующий. Давай вот это вот. Можно вот так еще. Это так. Этого вообще однерку. Они ложатся быстро с этого. Так. Ну, песок пока не буду. Песок, наверное, лучше на тебя. А, блин, песок же на другую клавишу. Это на двойку песок. Точняк. Ой, попал, ты прикинь, он попал. Вот ты жесткий, а, типок. Взял да попал по мне. Ой, и взорвался еще напоследок. Это вообще было так место. А, этот. Так, это тоже. Так он не взорвется, надеюсь, не, все нормально. А это что кидается?
сука. Ты че, вы все такие нервные, а? Блять. Этого я уже и забыл. Рыцарь был. Там-то один такой, типа, сильный, но он вроде сильный, да. О, подкинули его. Ой, и насадили, бля. Хорошо. Хорошо, большой. Хорошая вещь. Рассекатель. Облегчение. Отголосок. Так. И пожалуйста, хоть бы вот сейчас будут типа боссы, хоть бы не было вон их трое теперь. Они бы могли бы кого-нибудь другого поставить. К примеру, рыцаря, я не знаю, но не этих уёбков, которые, я не знаю, с ними практически невозможно драться. Если только под специальным каким-нибудь стилем, который, типа, тебе вообще прям как помогает. Но я думаю, такого пока что я не использовал стиль в бое. Хотел сушение сделать, не получилось. Так, забрать. Выдержи на бренде. Ну, вот это вот уже, да, вот это вот, получается, глубина, она была сложная. На самом деле, мне прям... Прям именно вот на боссах здесь сложно. Как бы мобы-то херня, а вот боссы, если на тех было как-то, ну, на расслабоне, то тут, сука, да, я догадываюсь, что их трое, да? Пожалуйста, покажите мне. Я чё-то не вижу. Хотя нет, двое, но, блядь. Мне не нравится, что они, сука, здесь стоят, а у меня только 4 хилки. Да. Охеренно. Ой, как охеренно. Пиздат. Тупо пиздат. Вообще пиздатенько. Ща. Тройку. Тройку и вперед. А, это другие, это другие. Окей. С этими вроде как попрофитнее будет. Да, с этими вообще. Боже, я больше паниковал. Эти просто, фу. Еще, изи. Самые изичные боссы, наверное, в этой локации. Вот, и вот теперь у нас должен появиться Николя, Николя. Вот с ним будет плотно. У меня 3 только и хора. Блин. Картриджа заморозки уже нету. Точнее, против заморозки, блин. Так, вот это чё? Так, тут. Блять. Смысл от этих вот склянок, если в них они даже ничего не спрятали. Раньше хотя бы прятали. Сейчас вообще их нет никакого смысла разбивать. Так, защита от огня нет, нам не потребуется. Maybe. Я уже знаю, кто там. Maybe. Maybe, я знаю. От потерянный явно не к добру. Ну да. Ох, так. Так, вот тут, наверное, огонь. Вообще, сушение могу сделать? Нет, почему-то не могу. Сука, может я его с первой ёбну, конечно, но... Что-то уже вот этого... Уже вот этого вот, да, вот это что-то пошло не так. Угу. Пиздец, я вовремя, конечно, это все делаю. Сейчас. Сейчас, maybe, сука. Ух, ну пол хп, ну бля. А чё ты спрятался, я не понял. Типа крутой такой, да? Так, все. У него вторая форма пошла. Maybe. Maybe. Так, вот тут бы отойти, конечно. Да, да, вот это я помню. Вот это тоже помню. Be careful. Ага, be careful, промазал. Ой, блядь. Сука. Пиздата. Ой, пиздата. Как от этой херни уворачиваться? О, ну да. Ой. Так, стоп. Стой. Ой, бля.
Не трогай Еву, не трогай, я сказал Еву. Так, ну блин, мне урона не хватит. Мне сейчас тупо урона не хватает. Ой, сейчас сосульки пойдут. Да. Ой, бля. Чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть. Сука. Ну немножечко. Ай, блядь. Чуть, давай. Ух, все, да? Ух, на удивление с первой попытки. Первый раз я его, когда с ним дрался, когда я его, в принципе, первый раз увидел, было гораздо сложнее. Да те уёбки два гораздо были сейчас сложнее, чем вот этот вот. Он какой-то даже, я бы сказал, простенький по сравнению с ними. Те-то прям как дикие оба могут тебя атаковать, навалиться всем весом, и ты ничего просто сделать не можешь. И у меня тут подарки, да, спасибо. Видеоигра, вы сможете сыграть вдвоем, говорят, вещах, да, с игрой шла запись, рада, что ты с нами. Я хотел бы кое-что подарить, так вот, моя любимая игра, можешь сыграть вместе. От кого, конечно, нам не пишут, по-моему, от кого эти подарки, но я могу сейчас опять, сука, на перекресток, чтобы отдать эту херню и попасть снова в глубины. Так, область, катакомбы. Приветствую, да. О, удалось найти материалы, давай посмотрим, что у нас тут. О, господи, боже. Да, это они, именно это мне и нужно было. Правда, тут никакой благодарности не хватит, немедленно поищи их работу. Но ты даешь, убиваешь чудовищ, собираешь сокровища. Герой что надо, высшего класса. Еще бы. Ух, так, расформим, у меня... Да. Касаясь материалов Старого Мира, я чувствую силу ушедших цивилизаций. Сука. Блять, к нему опять надо телепортироваться по новую локацию. Чтобы у этого хера опять появилось то, что мне надо. Ой, бля. Безмолвие. Круто. Плиз. Кстати, я там нашел какой-то осколок. Не знаю, Иошка будет его что, разблокировать, нет? Он вообще полезный? И почему тут, сука, не дают сыграть на фортепиано? Я бы очень хотел. Типа, музыку дают включить, а на пианино не дают. Так, восстановить. Ну-ка, удиви меня, да. Ты меня не удивила, потому что я так и знал, что оно так и будет. Но мы не нашли еще К и В. Странно, я не знаю, я потом все-таки хочу обшарить, но это уже потом. Все-таки локации, может быть, в предыдущих локациях что-то было. И да, вот это, нет, вот это, да. Этого я и хотел. А теперь опять идем на перекресток, чтобы проверить, появился ли квест глубинами или нет. Да, кто мог бы сомневаться? Действительно. Это огромная помощь. Благодаря тебе у меня есть все редкие материалы. Вот коллекция ценностей. Прими ее в знак моей благодарности. Это немного, но все же... Я никуда отсюда не денусь. Будет что нужно, заглядывай. А, фигурки, короче, дал. Как же мрачно. А больше ты меня не отправишь в глубину? Серьезно? Походу не отправляет, ну-ка. Кончились карты глубин. Касаясь материал старого. Да. Все-таки пока что у него нет карты глубин. И следовательно, мне делать-то больше здесь нечего. И я, наверное, все-таки попробую поискать осколки, если получится. А хотя... Не, я что-то... Не хочу, наверное, искать Артемиду. Лишние осколки опять бегать по этим локациям. Учитывая, что игра, ну, меня немножко уже, ну, подзаебала. Ну, лучше пошли в склеп. Так, собственно, башня склепа, да. Локация, где, я так понимаю... Ничего вокруг, ничего, осторожно.
Получается, мы тут незваные гости, да? Ну да, типа да. Я так чувствую, здесь мы будем отгребать только так. И он какой-то... А, это Мида. Это Мида. Это касцен, все. Сейчас такой, Мида, у тебя все готово. А, это нет, это не Мида. Это не Мида. Это не Мида, сука. Ладно. Так, справимся. Ой. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, родной, тихо. Гори. Вообще, да, вот так вот можно. Много сносит, много. Песочек он не любит. Так. Надеюсь, мы что-нибудь полезное. Ну, надеюсь. Надеюсь. Так. А, это кровь такая, ебать. Это кровь отпечаталась. Так, а это у нас... Далековато, не достать. Ну, ну да, конечно. Нифига себе там. Роста, наверное, в два меня. Если не в три. Так. Опа. Это потерянные. Они... Они мрази. И у меня есть вообще... Блин. Вот... Блин, неудобно просто стоит. Вот. Да, вот теперь удобно. Вот теперь лучше. И... Это башня храма Авроры. Так, можно огонь вот так вот? Так. Ой. Нормально. Ща ударит, ща ударит. Так, а мне, я могу шестерку, да? Ой, ударило все-таки. Я хотел шестерку. А, это семерка, это не шестерка. Ага, сейчас. Да, и промажу. Да-да-да-да-да. Все правильно делаю. Вообще красавчик. Могу, умею, практикую. А что тут? Ой. Нет, это далеко куда-то. Мне туда пока не надо. Не надо, надо, надо. Или... А, нет. Тут же один выход. Чё я парюсь-то? Тут же один выход, больше нету никуда. Может быть, так вот тут. Спусков не вижу. А тут тоже не вижу. И вот тут я двоих вот вижу спящих ублюдков. Разбись врагом и... А рычаг если? А если рычаг сразу? А если сразу рычаг? Что будет? Как это работает? Где-то же он спустилась лестница. Ой, вот это плохо. Ой, это было плохо. Вот это я зря. Вот это я зря, конечно. Ой, зря. Сука, еще как назло все кончилось. О, вот давай, давай, давай. Ко мне, родная, родная, ко мне. Ой, блядь. Ну, конечно, вовремя. А, убежала, убежала. Сдохла, сдохла. Чего такая сильная? Потянуть. Еще раз. Для профилактики. Лестница. Это вы не про эту лестницу, или вы... Или вы, я чуть не пойму. Может быть, они вообще про ту лестницу. Которую, да. Сейчас я хочу просто проверить. Погоди немного, да, 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 ну-ка, ну-ка, удиви меня, пожалуйста. Ну-ка, отсюда увижу. Нет. Они не про эту лестницу. Эту лестницу ты должен спускать сам. Тогда хилки? Да, одну хватит. И хор, чё по и хор у меня. Ну, можно один активировать, наверное. Вот так вот. Мало ли, вдруг опять кто-нибудь такой вау-вау нападет и все. И вот все. И будет ге-ге. А тут давай подымемся. Так вот. Смотрим. Никого. Ломаем. Никого. Хорошая вещь. А туда, я так понял, нас вообще не впустят. И либо... Я поднимусь как-то наверх и потом спущусь. Избавься сначала от слабых. Ай, стоп, 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 стоп. А кто тут слабый-то? Они тут все нормальные.
Так, вот тут, ну тут 7 бы, да. Семеро нормально. Тихо. О, непонятно, что происходит, но это весело. Вот тут этот не попадет, он лох. Он не на меня вообще согрелся. Это хорошо, это мне на руку. Только хп дай восстановить. Да, да. О. А вот это было, да, вот это ты зря, конечно, сделал. Я же тебя запомню. Я тебя запомню, сука.